кому? Чё, все закончен, сейчас сдаем хозяину. Так я его намыл, натер. Вот я кюл на лице прям. Ничего лишнего, раз обработал его под давлением. Ну вот это днище там все снизу. При помощи компрессора. Чтобы прям задувало во все щели. У нас сегодня погода ветреная, прошу прощения, если помехи будут. Все, подрезал калитку заднюю, чтобы не открывалась. Такой он крутецкий. Прям такой стал. Сочный, мощный, черный, шероховатый чуть-чуть. Но в пределах разумного. Прям такой, да? Не гелик. Ой, парень. Так, короче, три восьмерки здесь. Короче, здесь тоже три восьмерки. Везде три восьмерки. Опять три восьмерки. Да что ж такое-то? Три восьмерки. Три восьмерки. Так, у нас тут есть новые крылья задние. Торпеда железная. Двери под молдинги. Молдингов что-то я пока не вижу. Ну, если честно, двери, я бы не сказал, что гнилые они больше какие-то ржавые. Вполне ничего такие, тут только вмятина. В принципе, и крыло тоже ничего, я бы сказал. Сзади полка серое стекло с молдингом хромированным. Вот. Жопа у него такая вот. Фонари. В хорошем состоянии номер. По этой стороне еще лучше все. Видать, та сторона где-то находилась. Здесь вот как бы есть вмятина на двери вот здесь. Но не более. Она вот такая вот вмятая. А в остальном же двери очень хорошие. Ну, как бы есть на них коцки, но не более. Кузов, в принципе, неплохой. Рессоры у нас чем-то замотаны. Глушак сгнил. Здесь такая шуба из всякого. О. Из всякого этого самого материала консерванта. Очень неплохой кузов, капот нормальный. Ну, хороший, я бы сказал. Здесь все обработано. Занимался хозяин автомобилем, судя по всему. А
потом отправил его на разборку. Точнее, скорее всего, внуки отправили на разборку машину. У нас здесь Рено, Сценик, Пассат еще есть. Это что-то? А, это Фокус с отрезанной жопой. Нет, это не Фокус. Это Логан, что ли? А, не-не, не пойму. Тиида, что ли? Ну и прочий хлам уже непонятный. Какой-то Хюндай, наверное, был. Вот там Фокус есть. Вот. Фокус, да. Форд Мондео. И гнилая четверка. Такие вот у нас. Такое добро сегодня здесь. Так, сейчас вот вытянул как мог, без покраски. Можно сказать, выстучил, не выстучил крыло. Ну, приехал пенсионер. Ему сказал, что особо дорого и не надо. Достаточно так. Он посмотрел, мне говорит, все устраивает. Вот. В общем, была такая вмятина. Такая еще по ребру, как бы это вот воротины. То есть по ребру довольно-таки жестко. Ребра были замяты. Вот здесь была складка вот такая вот. То есть прям вот 7 бед. И сейчас будем пытаться полировать вот это крыло от вот такого рода царапин. Вот от такого рода царапин. Вот такие царапины. Что-то с фарами надо будет придумать. Сейчас посмотрим. У нас фара вот такая вот некрасивая. Вот. Вот это, по-моему, еще хуже. Вот. Они такие вот, если издалека на машину посмотреть. Пробуем. Надо будет фары полирнуть, да? Пластик плохой продали. Человеку? Нет. Да нет, пластик хороший. Продавцы хреновые. Нет, нет, продавцы тоже. Я пластик не изготавливаю. В общем, фары отполировались. Вот эта фара какая-то внутри там у них что-то. Вот. Крыло также у нас в таком состоянии теперь. Все, самое интересное, что капот алюминий. Не-не, я тут на камеру. Капот алюминий. Тут вся машина. Смотри, в родной краске. Абсолютно вся. Просто очень состояние достойное. И ничего не крашено. Фонари оригинал. На капоте, на дверях также присутствуют наклейки все. Не, ну я же говорю. Ну да, да, да. Человек не обманул, честно. Да, 16:37. А то, что я покажу там наклейки. Ну, там может быть кто-то. Так, где у нас? А, вот. 16:37. Ну да, у него, конечно, эти штучки натирают, да, вот эти, ну, пороги. Да. Но это как бы уже время. Ничего, скрывать нечего, что есть, то есть. Да. Состояние все, ничего не красилось. Все. Такая же штука на капоте. Вот. Здесь что-то такая вот классная Субару.
Всем пофиг на этот светофор, короче. Нет, кто-то остановился.